Добрый вечер, дамы и господа, салам алейкум. Мы рады вас сегодня приветствовать. Здесь такой прекрасный знаменательный день. На вечере заслуженной Тюркской Республики Дагестан народной любимицы Фатимат Расуловой. Ваши бурные и громкие аплодисменты. И под ваши бурные и громкие аплодисменты я с большим уважением хочу предоставить слово нашей очаровательной звезде даргинской эстрады. Не слышу приветственных бурных громких аплодисментов. Фатимат Расулова! Ассаламу алейкум, дила дикканти. Ора дихонес, ора лидатвия Аллах. Дочепти, хихоник, погода лис, которые приехали, не посмотрев на эту погоду. Огромное спасибо, что вы приехали ко мне. У меня просто слов нету. Уруцку раиш халину, саму талабалас. Это первый сольный концерт, дорогие друзья. Давайте поддержим бурными и громкими аплодисментами. Дила... Здесь у меня, я скажу на русском, здесь у меня два моих, это район получается Дахадаевский, мама у меня Дахадаевское, селение Кудагу. Отец получается у меня Кайтасский район, селение Гулле, заслуженный артист Республики Дагестан, РСФСР. Это отец мой, Расул Мухаммад Запир. Огромная баракала всем, также кто пришли, оператор Леви Заев, Мухаммад Ибле. Красавчик. Также Расул, огромное спасибо. Я вначале хочу это все сказать. Остальное все продолжим. Барьят Ларатинская и мои прекрасные коллеги, звезды даргинской эстрады, аварской эстрады. И, в общем, всех 33 нации подойдут сюда потихоньку. Махама Расулы Кулиса, вот почему я говорю, что ты рядом стоял со мной. Это тезка мой, это мой дедушка, это мой племянник, это мой, этот самый, Хулатта. Моего звали дедушку Мухаммад Расул, а с маминой стороны Ирбегин. Ирбегин, где он, этот самый, где он там, брат мой, Ибрагим это, который будет петь. И также, брат Хабиб сидит, это наш, Уцышка Ирбегин, вот. Хабиб сидит, это наш, получается, военком, хоть он у нас молодой, но у нас он военком. Хабиб, поднимись, пожалуйста, руцу. Все аплодисменты ему. А также здесь сидит со стороны моего отца очень старший Хажи Уцы, Цуттара Хажи. Можно вас? Это кличка Черные Хажи, Мужественные Хажи называется. Со стороны отца. А также всем огромное спасибо. Арсен Ганис. Благодарю всех, всем низкий поклон. Вадила Хирранты, Вадила Кудаланд, Вадила Тухумты. Мои подруги, мои друзья, всем огромное спасибо. Айшат, не забывай, солнышко, мы еще парной пойдем, не переживай. Огромное еще раз всем спасибо. Баркала, мы сегодня постараемся украсить этот вечер. Здесь у меня врачи, здесь у меня педагоги. Я хочу всех-всех представить. Даркала Анки. Всем хотела бы слово дать, мы никого не хотим обижать. Всем. Единственная тетя, Дила Аттаци. Вот она сидит, Дила Аттаци. И еще хотела я, почему я сразу не сказала. Здесь мой родной брат, который сегодня день рождения у него, 20 февраля. Я просто не стала рекламировать, потому что он у меня скромный брат. Уцы, подойди, пожалуйста. Мы просим, и песня есть, конечно Именинник, же, пожалуйста, для него Уцы. Подойдите, пожалуйста, к нам сюда. С днем рождения поздравляю тебе, я пожелаю счастья, радости, успеха, крепкого здоровья и смеха, любви, удачи, вдохновения и всех желаний и исполнения, чтобы жить богато и без бед еще как минимум 100 лет. С днем рождения! Аплодисменты! Эта концертная программа посвящается ко дню рождения брата Магомеда. Ваши бурные и громкие аплодисменты! И также моя старшая сестра Зайнаб. Они для меня все, так же и вы для меня все, потому что вы приехали сегодня. Я ничего не сказала тебе, брат, что буду делать этот концерт. Я к нему только сегодня позвонила и поздравила. Он был в Москве, он прилетел. Мауцы слово. Магомед. А также любимая жена наша, единственного брата Шахризад, подойди сюда. Поддержите своего супруга, подойдите, пожалуйста, к нам. И тетю возьми с собой. Магомед, вам слово. А вот этот стол мои тетки сидят, и подруги с Москвы сидят.
Да. А также здесь моя любимая подруга есть Эльмира, моя соседка. Она мне мама, она мне папа. Где моя Эльмира? И мои соседи. Огромное спасибо. Я вас не вижу. Мауцы. Я уже... Баркала вам всем, родственники, сельчане, друзья. Спасибо вам, дай вам здоровья, счастья. Самый плохой день, чтобы у вас был вот такой, как сегодня. Здоровья, счастья, любви, удачи вам. Сестре, спасибо, я не знал это. Баркала вам, душа. Вам тоже, Баркала, еще раз с днем рождения. Эти ваши, дорогие друзья, бурные и громкие аплодисменты давайте посвятим нашему имениннику. Присаживайтесь, пожалуйста. Это только начало, друзья. Даргинцы есть вообще в зале? В зале есть даргинцы? Не слышу! Ури, поехали! Поехали!